В этом году Москва празднует свой 876-й день рождения. В честь этой даты в столице 9 и 10 сентября пройдет множество праздничных мероприятий. Москву можно назвать одним из самых многонациональных городов мира. Сегодня в столице России проживает около 70 национальностей. И в преддверии праздника портал «Москва.Баку» собрал от москвичей и гостей столицы пожелания в день ее рождения на разных языках. Фраза «С днем рождения, Москва!» зазвучала сегодня на азербайджанском, грузинском, белорусском, татарском и других языках. В эти выходные наш любимый город Москва отмечает день рождения. Как и всегда, хотелось бы пожелать процветания, оккультуривания народов Москвы, так как у нас многонациональная страна. Мы хотим поздравить на белорусском языке с днем рождения Москва. Желаю процветания, и чтобы люди, которые приезжали и в Москву, и москвичи, и гости, были всегда доброжелательны и отзывчивы. Может, и дабадебес гэс Москва. Хочу поздравить город Москва с днем рождения. И так как наш город очень многонациональный, также он очень красив, особенно в последние годы он прямо расцвел, можно сказать. И так как я спорно сказать, являюсь азербайджанкой. Вот, и хочу поздравить прекрасный город Москва с днем рождения на азербайджанском языке. Адгюнин Мубарек, Москва. Очень люблю этот город и желаю, чтобы Москва была вот действительно более доброжелательной, уютной, душевной, такой, какой мы ее помним по старым фильмам, как ее транслировали. Вот такой Москву. И поздравляю с днем рождения, с днем народжения Москва. Вот очень бы хотелось, чтобы сюда хотели приезжать люди из всех стран. В том числе и из моей любимой волшебной страны Грузии. Совершенно потрясающей. И поскольку я знаю, что в Москве очень много национальностей проживает, и большая диаспора грузинская, то вот я выбрала для себя «Дабадебис дгэс Москва», говорят грузины. Рузе таваллуде шахр Москву бе кулле мардума дунья табрикинга. Это на каком вы сказали языке? Это персидском. Да. А немножечко на русском поздравить? Я поздравляю 875-го года город Москва. Москва менялась и меняется в лучшую сторону. И действительно, у нас очень много самых разных национальностей здесь живет. Ну и в частности, как раз вот очень, очень приятно сказать что-то доброе таджикам, которых у нас, конечно, очень много, и которые очень существенный вклад вносят в жизнь Москвы. И вот я прочитаю «Зудрус Мубарак, Москва». Москве, городу нашему, я желаю процветания, а людям, уважителям добра и счастья. Туган, Кенен, Белен, Москва. Я как гость столицы безумно рада находиться в этом городе. Я вижу, как он процветает, как ощущения здесь, они такие светлые, и так много радостных, улыбающихся людей. И с днем рождения, Москва! И Туган Кунанмын, Москва. Я как житель Москвы уже на протяжении 16 лет хочу поздравить этот потрясающий, прекрасный, невероятной красоты город. Пусть он также цветет, пахнет, развивается. Он меняется ежегодно и меняется в лучшую сторону. И это, естественно, радует. Ну, если поздравить на родном своем языке, это татарский язык, я из Казани. Это будет звучать как «Москвину». Белем блян котлым, туанкан блян котлым. Это вот так будет по-татарски звучать. Ангну мугарек Москва. Я не смогу, там буквы какие-то незнакомые. Гэс. Дабадебис гэс Москва. Ну, видишь, шапилку у тебя. Подожди. А, сегодня день рождения Москва. В эти выходные, вот 9 и 10 будет день города Москва. Знаете грузинский? Немножечко. Два слова знаю. Мадлоба и гамарджоба.
Но этого достаточно, чтобы месяц прожить в Батуми. Вы уже снимаете? Да. Я снимаю, да. Вы снимаете?